Джазовая исполнительница Лариса Долина побывала на премии «Жара» в очень эффектном образе, который запомнился многим присутствующим. Поклонники сравнили Долину со школьницей-старшеклассницей. Певица выбрала черную юбку средней длины, надела полупрозрачные черные колготки и серебристую сверкающую блузку. Свой образ Долина дополнила сумкой, украшениями, стильной прической и дерзким макияжем. Оцените образ Ларисы Долиной в комментариях. Также не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями и подписаться на наш канал.